Поздравляю, Яночка. Спасибо. Ну что, верхнюю губу отбила, сейчас еще нижнюю и титьки, да? В смысле? Ну, Александр Бел, когда придумал телефон, он уже тогда знал, что ты за него будешь давать. Ой, я так и знала, опять эти клише. Это просто подарок. Просто подарок? Это утятница. В отпуске не пить. 1200. И вообще, знаешь, в браке подарок это что-то конкретное. Или то, что у тебя в данный момент в кармане лежит. Да я вам говорю, ты мне подарил какой-то ухажер. Я даже не знаю, кто это. Даже не знаешь, кто это? Яночка, ну ты хоть иногда оборачивайся. Неужели не интересно, а? Господи, Елена Михайловна, мы с вами живем в каких-то разных мирах. Ага. Я в своем мире на Сейшелах снимаю закаты, загораю. А вы в вашем мире знаете, сколько вам наклеечек до сковородки осталось? Так, во-первых, две. А во-вторых, я ее сама заработаю, понятно? А не буду, как ты, из-за сковородки ноги раздвигать. Чего? Ничего, Яночка, ты с плеча не руби. Сковородки разные бывают. Бывают чугунные, тефлоновые, с датчиком. Ой, наборы бывают. За набор бы я и сама дала. Да, котик, привет. Че, куда полетели? Опять Дубай? О, ты в прошлый раз там свои шорты забыл? Блин, ладно, полетели.